Добрый день, здравствуйте. Сегодня приготовим с вами клубничный сок или лимонад, как хотите называйте. Теперь берем, конечно же, помыли, почистили все листочки, высыпаю у меня погружной, у меня блендер в стаканчике. Вы смотрите, что у вас есть. Заливаем кипяченно-охлажденной водой до тех пор, пока ягоды полностью будут накрыты водой. Теперь измельчаем до такого состояния, чтобы его можно было пропустить через сито, то есть там не должно остаться никаких кусочков. Он очень быстро измельчается. Вот и все, пропускаем теперь через сито. На сито останутся только кое-какая мякоть и семечки. Если вам показалось, что мякоти там много, можете еще раз чуть-чуть, полстаканчика водички налить и еще раз помешать ложкой. И убедитесь, что остались только косточки. Все, сок готов. Высыпаем туда 80 грамм или 100 грамм сахара, это на полкилограмма клубники. И выжимаем половину сока лимона, или же 1 столовая ложка сока лимона. Все, наш сок готов. Посмотрите, какой цвет. Посмотрите, какой он густой, насыщенный. У меня лед лопнул в стакане. И вот такая вкусняшка у нас получилась. На вкус и цвет, честное слово, лучше, чем в каких-то пакетиках. Попробуйте, вам понравится. Ну, а пока хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов. Мята даст особый аромат. А пока я попрощаюсь с вами. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. А пока, пока-пока, увидимся. Счастливо!